Ой, а давай будем говорить вентилятор. Я что, похож на слабоумного? Я никогда не буду. Ну, вроде все купили, честно. Ты подумал о том же, о чем и я? Давай, ты же этого хочешь. Да. Да. Сделай его. Сделай его. Только давай без палева. Быстрее сваливаем отсюда. Я уже умираю со скуки. В принципе, я вижу одну игрушку. Да-да, давай в нее поиграем. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Прикинь, как злился бы сейчас водитель. Господи, почему именно сейчас я хочу в туалет? Ну ты возьми и пописай. В чем проблема? Мне дико лень идти до туалета. Просто не понимаю, при чем здесь туалет. Сыпрем сюда. Канализация одна и та же. О, тепленькая пошла. Горячую не включали, ты на ногу просто сышь. Да ёб твою... Вася, стой, чуть-чуть, стреляй давай. Слушай, Булат, а кто из нас дольше всех зевает? С одноклассниками, кстати, давно виделись? Прикинь, одна уже родила. А ты еще даже замуж не вышла. О, научи меня тоже. Смотри, короче, есть бой, есть перебор. Показываю. Бой. Угу. Я снимаю видосы в ТикТоке. О, вот это перебор. Да, это перебор. Надо бы сесть на диету. Прикинь, на 2 килограмма поправилась. Ну, ты же жить не можешь без пласта. Через 3 метра развернитесь. Ну, в принципе, все правильно. Развернулись. Перепел, что ли, молодежь? Помню, мы с вами время тоже перепевали. Пугачева перепел один раз. Че ты домой там не идешь? Тебя никто не ждет, что ли? Бутылку не могу открыть. Помню, мы с вами время зубами открывали. Это у нас сейчас там винир там. Короче, видел у нас во дворе, там чувак такой берет бутылку и вот так вот. Жена убьет меня. А, сейчас, погоди, bottle challenge. Держишь? Опа, нахуй. Погоди, не пей. Лежащего не пьют, ты что, не слышал, что ли? У вас в ваше время нет, конечно, такого. Ладно, пошел я домой. Ненавижу Людмилу Николаевну. Уел, что? А вам не рановато ли пить, молодежь? Не, мы вот школу закончили. Сегодня выпускной. Школота. Были времена, помню, тоже с другом в 96-м как-то родились. До сих пор живу. Пошел нах. У меня, помню, в детстве ICQ был. Опа, все это, телеграммы, блядь. Телеграммы. Блядь, вы заебались своей телеграммой, блядь! В наше время не было вашего времени. А кто это был-то? Мишет, одноклассник, 9 класса, который ушел. Как там его зовут-то? Слушай, видишь жвачку? Возьми свою ручку и потыкай в нее. Можно поинтересоваться, зачем? Просто возьми и делай. Понял. Ой, а давай покушаем спагетти? Да я их еще даже не сварил. Давай подождем 15 минут. Ну и... давай, хотя бы один похурумкой.
Спорим, что ты не сможешь доплюнуть до первого этажа? Изи. По-моему, это твой новый рекорд. Целых 10 этажей. А давай сделаем часики на руках. Прости, пожалуйста, это как? Укуси руку. Сильней. Кайф. Короче, в 5:30 пойдем работать. Ой, а давай нарисуем сердечко на стекле. Такое красивое. Эй, это же не сердечко. Ну, бывает в жизни огорчения. Я тоже не поставлю лайк на твое видео, а просто положу хуй. Это? Да, приор 10-го года. Вообще, приборы покажут 10-го года, это и 2000-го. Крашено. И здесь крашено. И здесь крашено. Рыжики. Дверь надо менять. Чё, за сколько отдашь? 150. Ну, сотка максимум. Слышь, да пошел ты.